потому что можно пропустить интересный момент. Да круто. Нормально. Считаете ли вы это апсет года в российском джиу-джитсу? 17-летний парень против одного из самых титулованных черных поясов. Давайте три таких успеха подряд и Ваня в зал славы. Ну пока, я думаю, в KFC можно. В зал KFC. KFC, да. Ну что, KFC заслужил 100%.